Студия позитивного мышления Татьяны Салманны Мактум Сайфуддин представляет книга «Библия счастья» Санлайта. Сейчас я прочитаю. «Заповеди счастья» со страницы 8 и далее. Когда он спустился с горы после встречи восхода солнца, собравшиеся у подножья горы сказали: «Ты источник вдохновения для нас. Твои слова преображают сердца, а мудрость твоя просветляет разум. Мы жаждем слушать тебя. Скажи нам, кто мы?» Он улыбнулся и сказал: «Вы свет мира, вы звезды, вы храм истины. В каждом из вас вселенная. Погрузите ум в сердце. Спрашивайте свое сердце, слушайте через свою любовь, блаженные, знающие язык бытия. В чем же смысл жизни? Жизнь – это путь, цель и награда. Жизнь – танец любви. Ваше предназначение – расцвести. Быть – это великий дар миру. Ваша жизнь – история Вселенной, и поэтому жизнь прекраснее всех теорий. Относитесь к жизни как к празднику, ибо жизнь цена сама по себе. Жизнь состоит из настоящего, а смысл настоящего – быть в настоящем. Почему несчастье преследует нас? Что сеяли, то и собираете. Несчастье – это ваш выбор. Бедность – творение человеческое, а горечь – это плод невежества. Обвиняя, теряете силу. Вожделея, рассеиваете счастье. Проснитесь, ибо нищий тот, кто не осознает себя. А не нашедшие внутреннего царства бездомные. Бедным становится тот, кто впустую тратит время. Не превращайте жизнь в прозябание, не позволяйте толпе погубить вашу душу, да не будет богатства вашим проклятием. Как преодолеть несчастье? Не осуждайте себя, не отрекайтесь от себя, ибо вы божественны. Не сравнивайте и не разделяйте, за все благодарите, радуйтесь, ибо радость творит чудеса. Любите себя. Ибо любящие себя любят все. Благословляйте опасности, ибо смелые обретают блаженство. Молитесь в радости, в несчастье, и несчастье обойдет вас. Молитесь в радости, и несчастье обойдет вас. Молитесь, но не торгуйтесь с Богом, и знайте. Восхваление – лучшая молитва, а счастье – лучшая пища для души. Какой путь к счастью? Счастливы благодарящие, счастливы умиротворенные, счастливы нашедшие рай в себе, счастливы принимающие дары с радостью, счастливы ищущие, счастливы пробудившиеся, счастливы внимающие голосу Бога, счастливы исполняющие свое предназначение, счастливы познавшие единство, счастливы изведавшие вкус Богосозерцания, счастливы пребывающие в гармонии, счастливы прозревающие красоту мира, счастливы открывшиеся солнцу, счастливы текучие как реки, счастливы готовые принять счастье, счастливы мудрые, счастливы осознавшие себя, счастливы возлюбившие себя, счастливы восхваляющие жизнь, счастливы созидающие, счастливы свободные,
счастливы прощающие. В чем секрет изобилия? Жизнь ваша – величайшая драгоценность и сокровище Бога, а Бог – драгоценность сердца человеческого. Богатство внутри вас безгранично, а изобилие вокруг вас неистощимо. Мир достаточно богат, чтобы каждый стал богатым. Поэтому чем больше даете, тем больше получаете. Но не вините себя за богатство. Счастье стоит у порога вашего дома. Откройте свои мысли изобилию и превращайте все в золото жизни. Блаженны нашедшие сокровища в себе. Как жить в свете? Пейте из каждого мгновения жизни, ибо непрожитая жизнь порождает печали. И знайте, что внутри, то и снаружи. Мрак мира от мрака в сердце. Человек – это семя солнца. Счастье – это восход солнца. Богосозерцание – это растворение в свете. Просветление – это сияние тысячи солнц, блаженные, жаждущие света. Как обрести гармонию? Живите просто. Не приносите никому вреда, не завидуйте. Пусть сомнения очищают, а не приносят бессилия. Посвятите жизнь прекрасному. Творите ради творчества, а не ради признания. Относитесь к ближним, как к откровению. Преобразите прошлое. Приносите в мир новое. Наполните тело любовью. Станьте энергией любви. Ибо любовь все одушевляет. Где любовь, там Бог. Наполните тело любовью, станьте энергией любви, ибо любовь все одушевляет. Где любовь, там Бог. Как достичь совершенства в жизни? Счастливые преображают многих, несчастные остаются рабами. Ибо счастье любит свободу, воистину радость там, где свобода. Постигайте искусство счастья. Откройтесь миру, и мир откроется для вас. Отказавшись от противостояния, вы становитесь владыкой. Какова природа реальности? Я – это имя вечности. Осознанность – высшая реальность. Самосознание – ключ к преображению. Найдя ответ на вопрос «Кто я?», вы ответите на все вопросы. И станете причиной своего счастья. И, посмотрев на всех с любовью, он добавил. Но многое еще вам откроет безмолвие. Только будьте сами собой.